Одесса, 25 августа 2023 года. 22 часа 22 минуты. Сигнал воздушной тревоги сегодня звучит уже пятый раз. И все из-за мигов, которые постоянно сегодня совершают тренировочные полеты в Российской Федерации. Пока непонятно, тренировочный это полет или нет. Есть информация, что миги взлетели. Если полет тренировочный, то отбой будет через 25-30 минут. Поступает информация, что беспилотные летательные аппараты со стороны России подлетают Харьковской и Сумской области. Более того, сообщается о атаке шахедов на Харьковскую область с разных направлений. 22 часа 53 минуты. Приходит оповещение «Отбой воздушной тревоги». Вот такие новости у нас в Одессе, в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. И даст Бог. До новых встреч!